Метод ультразвуковой диагностики сосудов является одним из ведущих в определении причин возникновения инсульта. С помощью нашего метода мы можем определить такие заболевания, как атеросклероз, тромбозы сосудов, признаки гипертонической болезни, сахарного диабета, васкулитов, врожденные аномалии строения сосудов, гипоплазии, аневризмы сосудов, мальформации, патологическую извитость и перегибы и деформации. Основной причиной развития ишемического инсульта является атеросклероз. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем его не только у пожилых людей, но и у лиц достаточно молодого трудоспособного возраста, начиная от 35-40 лет и старше. Поэтому основной задачей нашего исследования является не просто выявить атеросклероз, но и определить, с какой вероятностью у данного пациента в перспективе может развиться инсульт. Как мы знаем, фрагменты атеросклеротической бляшки могут служить источником артериальной эмболии, приводящей к инсульту. Мы выявляем с помощью нашего метода атеросклеротические бляшки, определяем степень сужения сосудов, но является ли данная бляшка опасной в плане развития инсульта у данного пациента или все-таки она стабильна? Это основной вопрос, на который мы должны дать ответ. Прогностически неблагоприятными бляшками высокой эмбологенности являются бляшки низкой плотности, с неровными контурами, с неоднородной структурой, с кровоизлияниями и изъязвлениями. Выявив такие бляшки, мы помогаем лечащему доктору определиться с дальнейшей тактикой лечения. Метод ультразвуковой диагностики сосудов позволяет также оценить адекватность и эффективность проводимой терапии. Последнее время для лечения атеросклероза широко применяются антихолестериновые препараты, статины. В процессе их применения мы наблюдаем, как атеросклеротическая бляшка становится более стабильной, она прекращает свой рост, становится более плотной и однородная. Соответственно, риск возникновения инсультов снижается. Таким образом, метод ультразвуковой диагностики сосудов является достаточно информативным и наиболее безопасным в определении причин возникновения инсультов, степени его риска и оценки эффективности лечения. В клинике Genesis дупплерографические исследования проводятся на аппаратуре с высокой разрешающей способностью, что позволяет нам выявить изменения в сосудах уже на ранних стадиях развития атеросклероза. К сожалению, пациенты обращаются к нам за медицинской помощью уже после перенесенного ранее инсульта. Поэтому мы призываем проводить обследование сосудов как можно раньше и при наличии даже минимальных изменений в сосудах своевременно начинать лечение во избежание таких грозных осложнений атеросклероза, как инсульт.